Поводок бери. Понял? Бо зараз я приберу его. Что ты, парень, сахай с подарок? Вот так вот коммунальники наши работают, усыпляют сырва прямо на людях. Вот дети плачут, стоят. Бака же лежит живая. Вы видели? Ну и что? Ну ей конец все равно. Рядом будь. Добрый день. Потребую сейчас и твоего приберу. Да? Да. Как вы считаете? Ну как? Как такое может быть? На ошейник, то есть намордник и это. Поводок бери. Понял? Еще что-нибудь? Ну, сейчас я приберу его. Вы думаете? Да. Вчера ребенка покусала? Покусала. Вот хай бы твоего покусала. Руки свои уберите. От кого приказ? От руководства города. Отстреливать бродячих собак. Вот и все. В белый день при детях? Белый день. Дышит? Да. Может, и дышит. Дышит? Задыхай. А ночью ты ее увидишь, дорогой ты мой. Как ты ее заметишь? Надо было записать. Она начинает людей грызть. Вот тогда вы уже опаньки. Ты живой? Давайте, давайте, люди посмотрят. Сегодня только 17. Бывает по 26. Ну вы вот скажите, вы считаете, вот, да, это жалко, правильно? Да, жалко. Нет. Твоя собака должна быть или в вольере, или на цепи, или дома, рядышком с тобой. С 20 лет я работаю. 20 лет стреляете ЖКХ, собак? ЖКХ. Тебе общий стаж сказать? 40 лет. Нет, именно собак сколько стреляете? А нет, это как когда? Ну вам не сложно это делать? Я, во-первых, не стреляю, я их прибираю. Не, вы их стреляете, вы их убиваете, а там собака лежит живая. Не стреляй. Ну ей конец все равно. Ну будешь ты, подождешь ты 20 минут. Все равно она отойдет. Я свое дело сделаю. Никуда она не денется. А чтобы люди видели, кидаем в кузов, возим, а как тут? А то, что дети видят, вы считаете, ну, это нормально? Дети не видели, надо сразу в кузове кидать. А то, что они видят, как вы их стреляете. Ну что, Ай, у меня есть видео, мне люди принесли. Ну есть хорошо, ну выкладывай. Ну есть хорошо, выкладывай. Просто я знаю свою правоту, а ты знаешь свою правоту. Подожди. Я знаю, что я прав. Их засилие уже в городе, засилие. Вот такое бежит с хозяином, это одно. А когда табун, а девочка несет кусочек булочки, начинается грызня. Вот это другое. Скажите этих тогда. Жалоб ты не видел. Это самый гуманный способ, это как избавляться. Самый гуманный способ, это нехрен их разводить, а потом 10 штук как выплодит, и не знаешь, куда деть. Там на углу ставил одного, там ставил одного, и началось. Вот где хозяева, от людей все зависит. Я понял вас. Пойдем. Стрелили собак и скинули. Вот там живая собака лежит. Вы считаете как? Мне собаку вообще травили. Во дворе. Мне просто важно мнение людей. Я думал, может я один дурачок такой. Нет, 500 людей. Они убивают свою работу делать. Да, это что там делать? Она выжила. Конечно, я против того, что стрелять собак. Надо тех, блядь, за жопу, кто первый ее выпустил. Они же размножаются, это не так просто.
Ну что, они там сейчас упорядочивают на регистрацию собак, только, конечно, без денег. Чтобы потом отвечали, где делась собака, когда у них спрашивают. Куда вы дели? Выкинули? Сидите в собачник, дайте ее нафиг, и все, если вам не нравится. Но у нас же некуда сдать. В Пинске есть куда. А нам нужен питомник какой-то? Конечно, нужен, но это вообще другой вопрос. Я как-то занимался собакой, но сейчас. Меня травили вон бульмастипа, когда Лукашенко приезжал по городу. Кинули во двор. Хотя собака во дворе без привязи, без ничего, но высокий забор, она никому не мешает. Одна из первых бульмастипов в Беларуси вообще.